Ребят, всех рад видеть на своем канале Тимоха Лайв. Кто еще не подписан, поддержите мой канал подписочкой и поставьте лайк этому видео. Эту настройку «Запись действий» нужно отключить каждому на своем мобильном телефоне. Эту настройку я ранее не знал, не рассказывал, но после отключения вы сможете увидеть, как начнет плавнее работать лента в соцсетях абсолютно всех, как в Фейсбуке, Инстаграме, в Твиттере, в Телеграме, в ВК. Значит, и улучшится анимация между приложениями, станет она воспроизводиться намного лучше. Вот эта вот настройка ведет запись всех действий на вашем мобильном телефоне, а потом куда-то передает на какие-то сервера, да, и таким образом, что тормозит ваш мобильный телефон, что занимает кучу места, что создает кэш, это все реально, друзья. И сейчас вам покажу, как это все отключить. Значит, для того, чтобы нам отключить, нам нужно стать разработчиком. В предыдущих видео я уже показывал, как это сделать, но покажу еще раз. Заходим в настройки своего телефона, спускаемся в самый низ, где у вас будет пункт о телефоне, и тапаем об номер сборки 10 раз, пока вам не накликает и не станет не нужно, вы уже стали разработчиком. Дальше вы ищете вот здесь среди ваших настроек режим разработчика. Он у меня находится вот... Вот он у меня находится вот в системе. И вот такой вот пункт для разработчиков. Кто не находит, воспользуйтесь вот этой вот лупой и найдете такой пунктик для разработчиков. Заходим сюда, и мы что же ищем? Трассировка системы. Следующий пункт в режиме разработчиков. Спускаемся вниз. Кто не может опять-таки его найти, пользуйтесь лупой. Я же где-то его видел здесь. Трассировка системы. Сейчас немножечко спущусь вниз. Если не найду, тоже буду пользоваться вот той вот настроечкой. Не, реально, сейчас находил. Уже не вижу. Трассировка системы. Хорошо, воспользуемся вот этим вот поиском. Трассировка. Реально, друзья, нужно это все отключать. Потому что... Оно гробит наш с вами телефон. А что ты будешь делать? Трассировка. Система. Ага, нету такого что-то. Дальше. Давайте будем просто еще так раз поищем. Смотрите, у меня даже она не появилась. Хотя до этого, прежде как я готовился к ролику, я вот этот вот режим был нашел. Ага, вот она. Просто ни одну букву не ввел. Вот трассировка системы. Заходим сюда и смотрите, что нам нужно отключить. Это первое. Записывать действия приложений для откладки. Вот смотрите, оно у нас сейчас это включено, этот пунктик. У вас же может даже вот этот быть запись действия на телефоне. Я вот это все отключаю. И вот это вот запись всех действий на телефоне мы отключили вместе с вами. И нужно еще нажать удалить сохраненные записи действий. Потому что все, что у вас... Видите, оно хранится вот эти в папках. Мы это тоже, друзья, удаляем. И после этого, когда мы это все сделали, таким образом мы капитальные красавчики, и больше у нас не будет идти вот это вот действие. Вот все, эту настройку запись действий мы с вами отключили. Вот такая вот настроечка, которую должны, я считаю, отключить каждый пользователь на Android устройстве. И что телефон будет лучше у вас работать, что меньше будет энергии брать, да, то приложение. Ну и, соответственно, будете вы заметите все действия после отключения этой настройки. С вами был Тимоха Лайв. Кому понравилось видео, поддержите лайком и подпишитесь на мой канал. Подпишись, не ленись на канал. Пока-пока, друзья.